Мы сейчас пошли в магазин затариться. Я хочу картошки купить, приготовить. Но раз апартаменты есть, можно готовить, по ресторанам деньги не тратить, лишнее не ходить. Правильно, правильно. Поэтому сейчас пойдем в магазин Шок, здесь дешевый. Вам заодно покажу, что можно взять и что можно приготовить, собственно, самому. И цены. Показать вам, как зетинки растут. Это вот оливки и маслины. Их потом маринуют всякими маринадами. Получается здорово. Кстати, есть очень хорошая идея такая, сделать выпуск, именно посвященный вот оливковому маслу, то есть как зетинки, как что, какое масло покупать, какие виды масла бывают здесь в Турции. Если вам такой контент нужен, напишите в комментарии, что да, про масло давай. Я тогда вам сделаю такой расширенный выпуск, где вот все сниму, весь процесс и так далее. Вот, магазин называется Шок. Здесь получается у них всякие помидоры, огурцы. Ну, тут что-то все закончилось, свежее подогнали. Выпечка получается по 6 лир, 2 лиры, ну то есть 20 рублей и так далее. Угу. Напитки, кола и здесь макароны, ну в общем обычный стандартный набор. Из чисто турецкого, зетинки вот они, оливки, маслины, видите какой выбор, да? Потом различные пахлавы-махлавы, то есть то, что... И конечно же вот эти турецкие колбасы, вот классические, самые, которые я вам в прошлом выпуске готовил. И, конечно же, йогурты. Вот, 10. Небольшой обзор на то, что мы вот купили сейчас. Это значит, мы купили воду. Самое дорогое здесь мы взяли классное масло. Я горчицу еще взял. Вот этот обалденский йогурт, турецкий, помидорку. Потом взяли картошку на жарешку. И взяли, это типа нашей тушенки, только не тушенка, это говядина. Очень классно с картошкой. На все про все мы потратили 48 лир, то есть 480 рублей. Но здесь самое дорогое масло, оно больше фактически половины. И йогурт с горчицей. То есть вот это вот около 300, а вот это вышла картошка около 100. Ну давайте буду готовить, сейчас пожарю, покажу вам тут простой турецкий рецепт вот с этой турецкой говядиной. Порезал картошку и порезал лук, посолил, полил маслом. Ну, все просто пока, да? Начал тушить, немножко добавил водички, чтобы пар образовывался, и закрыл крышкой. Включил вытяжку и сейчас на второй сковородке буду делать мясо. Картошка уже почти готова, в принципе. А, чуть-чуть осталось совсем. Сейчас отдельно на сковородке просто разогрею вот это мясо турецкое. И залью. Давайте сейчас сделаем. Мясо на сковородку. Сейчас немножко растоплю вот этот жир и перелью в картошку. Оно вот до такого состояния уже дожарило. Сейчас переливаю. Положил мясо в картошку. Сейчас перемешаю. А можно даже не перемешивать. Тут уж как сами хотите. И блюдо готово. Получилась вот такая турецкая картошка с турецким мясом. Да, ой. И вот с видом на море. Тут заиспользовал полотенчики эти кухонные. Сейчас их замочил. Помидорки порезал. И вот наша картошка. Йогуртом и классным хлебом. Приятного аппетита, кто кушает сейчас. Пробуем. Обед на двоих за 20 лет получилось примерно. Мясо это тает прям. Вкусняха. Ладно, сейчас пообедаем и пойдем в пирамид парк прогуляемся. И заодно поснимаем вам пирамид парк, покажу. Обед с видом на миллион. Горы, солнце. Посмотрите, как солнечные лучи высвечивают горы. Красота. Не, ну точно, с видом на миллион. Вон даже парашютист летит. Видите, катается. На по морю его катают. Только, значит, собрались мы в парк идти. И как дождь пошел. Но зато как это колоритно выглядит, да? Вот видите, поливает. Просто обалденно. Местная мэрия. Это именно управление районом Конь-Ялты. Какие тут у них красоты, да? Садовники работают классно. Вообще вот такое ощущение, как будто мы в каком-то зеленом Эдеме, сад Эдем. Красота. Сейчас мы пошли в пирамид парк, ну не знаю. Ну не знаю, мы сегодня до пирамид парка опять дойдем или нет. Потому что пошел дождь, как я вам сказал. Блин, обед снял. И сказал, что мы пойдем в пирамид парк. И начался дождь. Сейчас он закончился. Мы вышли, ну не знаю, насколько мы успеем уйти, потому что пойдем пешочком туда. Ну, если нет, так значит в другом выпуске будет.
А вот эта мэрия. Вот здесь, кстати, элитку хорошую построили. Сейчас покажу. Вот получается этот комплекс, видите? Здесь вот элитные апартаменты. Конечно, такие снимать это дороговато стоит. А, как бы мы-то экономные туристы, крайне экономные. Поэтому мы пользуемся оптимальным вариантом для нас. Так. А, ну вот, мы вышли уже к берегу моря. Вот. И сейчас вдоль берега пойдем 6 километров до пирамид парка. На набережную. Пальмочки, красивые виды. Море после дождя выглядит просто обалденно. Класс. Здесь Wi-Fi вот столбы есть. И бесконтактные зарядки. Ну, были, во всяком случае. Я пробовал. У меня так не получилось зарядить, но у кого-то телефоны схватывают и заряжаются. Здесь. И вот сейчас вот по этой живописной дороге где-то час такой относительно бойкой ходьбы. Да, люблю вот когда, но все равно вот не хватило, дождь был не сильный, надо было, чтобы пролило прям, чтобы вот эту духоту убрать. А то я иду сейчас, такое ощущение, как будто, знаете, вот фен на минималках включил, и вот феном вот так себе в лицо дую, таким, знаете, в среднем режиме на двоечке. Вот, сейчас вот такой теплый ветер дует, такой фенообразный. Жарко, жарко. Да, вот мы идем уже по набережной. Тут, конечно, маски приходится одевать, то есть это необходимо, потому что полиция показывает, давай, давай, одевай маску. Вот. То есть здесь масочку надо носить. Не все, конечно, носят, но вот рейды есть и прям попросили. Набережная. Видите, кто в маске, кто без. Кто на руке маску носит. А вот там сейчас дойдут на углу, там ребята стоят и всех заставляют маски одевать. Да, лучше масочки, пожалуйста. Тут в этой части народу-то пипец, смотрите. Вообще. То ли дело у нас в нашем вот почти в конце Коньялты. Никого нету. Здесь прям битком. Вообще сезон, такое ощущение, как будто в полном разгаре. Вообще все кафехи работают, народу сколько. И вы нашли такой пляж. Называется Red Rouge. Красный и белый тут преобладает цвет. Какое дерево красивое на фоне вот этого дождливого неба. Классно. Я вот через слово говорю классно, классно. Правда классно. Красиво идешь, наслаждаешься визуальным буйством красок. Дошли до поворота и сейчас через Hillside Su уйдем вот туда наверх и в пирамид парк уйдем. Ну вроде дождя так и не настало, то есть так дождь и не пошел. Вроде успеем погулять там. Хорошо сделали новую развязку. Раньше здесь просто была бедовая дорога. А сейчас такая, ну, медленная. Тут можно спокойно идти. Зелень немного высадили. Хорошо сделали здесь дорогу. И вот кого интересует, как финики растут, ну вот, пожалуйста, вот вам финики. А вот уже зрелые финики. Какое дерево, а? Как это дерево называется? Называется дерево фиг... Притронешься. Вот это вот как понимать? Типа, давайте залезем на ствол. На ветки, да, вот эти. Шли мы до пирамид парка. 6 километров пройдено. Чем хорош, он находится на вершине. Немножечко на верхотуре. И можно посмотреть на море так с высоты. Красиво. Пальмы здесь, сосны. Потом там дальше находится пирамида. Ресторан. Библиотека, памятник апельсине, женщине с апельсином золотой. Кошек здесь немерено ходит. Киди-киди. На природе такие, смотрите, какой рассказ интересный. Кошек очень любят, то есть она считается как бы немножко священным животным, и все подкармливают. И, в общем, кошки здесь чувствуют себя очень вольготно, их особо не гоняют. Ну, гоняют, но не сильно. Особенно за завтраком сидишь, кошки такие... Со всех дворов сбегаются, сидят, ждут, когда им что-нибудь со стола скинешь. Так, ну ладно, давайте переключу, сейчас покажу. Здесь уже начинается красиво. Тут пруд, ландшафтный такой дизайн, интересный. Ну,
Здесь уточки должны быть вот на этом пруду. Да, здесь уточки, рыбки, смотрите, какие прикольные. Кидают еду. Ой, господи, окурок съел, господи. Фотосессия. Здесь красивый очень вид, такой как бы искусственный пруд. И тут находятся камыши, сами видели рыбки, жующие окурки. Жесть, да? Грот. Ну, такой вот искусственный водоем, искусственная речка, искусственный водопад и искусственные пещеры там. Ага. Здесь мостики сделаны, и можно выйти вот через ту пещерку обратно. Ветер какой сильный. Чувствуется уже, что осень. Видите, вот облетели уже желтые листья. Как бы завтра уже, послезавтра уже октябрь. Ой, она мокрая, и там все капает, уже. Огроменный черный. Предупреждающие знаки. Что-то нельзя, ясак-тыр. То есть ясак это запрещено. Может к краю подходить запрещено? А, ну логично. Вид на полностью на центр города. Вот почему Пирамид-парк стоит посетить и погулять. Виды, живописные виды. Остановки с крышами, получают солнечные панели. И вот такая аллейка. Идет вдоль скалы. С живописнейшим видом. Да, здесь получается, вот мы вдоль той дороги, когда вот мы в бич-парк ходили, видео, да, там, посмотрите, на канале есть. А только сверху идем. Вот символ города, золотой апельсин, и как бы памятник, символ города, это вот женщина с золотым апельсином. Золотая женщина с золотым апельсином. И закат. Вот это одно из красивейших мест этого парка. Еще очень красивая, это смотровая площадка. Вот там она находится. Давайте пройдемте, и я вам покажу. Такие красоты там открываются на горы и на Куни-Алты пляж. Нужный кот. Смотрите, какая моська у него. Ну, здесь в Турции кошки, это вот разных пород, пожалуйста. Почему называется Пирамид-парк? Потому что, вот видите, пирамидка. Здесь, получается, течет речка. Ну, искусственная, естественно. Это общественная библиотека. И пирамида. Там еще чуть дальше ресторанчик, но он сейчас, наверное, закрыт. Это тоже в виде пирамиды сделан. Поэтому называется Пирамид-парк. Лужайки ухоженные. И опять коты. Много коты. Притом они такие серьезные, если посмотрите. Видите, какой турецкий прищур у него прям какой. Они здесь на свободном выпасе, вот здесь. Живут, охотятся здесь же на птичек, на всяких там грызунов. Видите, как лизал-лизал, теперь заинтересовался, что это я тут его снимаю. Не коты, это прям тигры какие-то. И вид на город. Вот здесь сейчас будет смотровая площадка. Лавочки, чтобы можно было посидеть и понаслаждаться видом. Здесь что-то кошек прям очень много везде. Но здесь, видимо, вон там у них кошачий дом, вон он, видите? Их тут полно. Тут небольшой водоем, но как-то все немножко заболотилось, такое ощущение. Но все равно красиво. Тут пальмы, такая прям зелень. Худющий, господи. Да, ну ты какой. Няшечка. Смотровой. Ну тут не смотровая, тут как бы площадка с лавочками, где можно посидеть и понаблюдать. Особенно вот закат встречать здесь очень красиво. Как раз мы пришли на закат. С этой смотровой. Вот лавочки. Можно сесть на лавочку и наслаждаться видом. Вот таким видом. Вот здесь вид на весь бич-парк. То есть вот бич-парк. Ну, видео как раз вот на канале, в плейлисте посмотрите. Там я неплохо показал все вот это вот. Променад. Прям сегодня повезло с котиками. Ну, это еще котятки маленькие, видите? Да? Такие глазки у него. Ой, господи. Даже отсюда видно, сколько вон на Куни-Алты народу догорает на пляже. Да, здесь уже территория отеля Риксос.
Ну как территория, это кафешечки. А сам Риксос у нас вот, он за забором находится. Это такой крутой отель, ну я рассказывал про него в том выпуске про бич-парк. О, красиво как тут. Вниз можно спуститься вот здесь, по спуску вот по этому новому. Но мы пойдем по серпантину, он чуть дальше. Здесь новый просто сделали, а так суть та же осталась, тоже деревянные ступеньки. Ну да, там раньше был старенький такой. А, ну сейчас вообще сделали классно. Должен был быть лифт, он вернее есть, но почему-то он закрыт, не работает. А, вот здесь еще, да, смотровая одна. Кошаков много, да, там было? А вот как вам вот эта картинка? А? Вот это вот кошечек так кошечек. Главное, чтобы они не решили, что у меня есть корм. А, хотя они вон занимаются своими делами, тот что-то кушает. Ага, мы сейчас вот по этому серпантину будем спускаться. В общем, вот такой вот бич-парк получается. И вот такой вот пирамид-парк. Вот здесь, кстати, очень хороший отель, Фалес называется, он пятизвездочный. Мы как-то в нем отдыхали неделю. Ну, нормально, нормально. Такая пятерочка с большими бассейнами. Кстати, вы не поверите, тогда путевка на неделю, на все включено, стоила 18 тысяч рублей всего. Сейчас туда это сотни тысяч рублей, мы не. Мы помним, как можно было по 18, ребят, возвращайте по 18, мы поедем, да, на... Мы сейчас в апартаментах себя отлично чувствуем. Мяу. Котик такой сказал, мяу, да. Он думает, я что-нибудь ему дам покушать. А я ничего не дам. Да вы так, ребята, такие отъевшиеся вообще-то. Вон, ты особенно. Да-да-да, ты вот, ты. Или это она беременная. Ну, тоже отъевшиеся нормально. Они все тут не бедствуют, видно, видишь, они сытенькие. Ну, а что, на природе вольготно здесь... Получается лес, парк, пожалуйста, их подкармливают. Плюс еще всякая живность тут ловится. Всякие мышки и так далее. Они, конечно, ой, какой котенок красивый. Вот какой только окрас не бывает, а? Да, тут же вот котята тут сосут. Сисю мамки. А она их давай нализывает. Ребят, девчата, как вам котики? Я аж немножко так прибалдел. И окрас, и количество. О, какой вид. Здесь можно посидеть с видом, с этим шикарным, вот в этой кафешечке. Взять что-нибудь попить. Так даже можно кушать не брать. Ну, если, конечно, проголодались, то может что и покушать можно. А так вот здесь в основном пьют напитки. Распевочка в музее, это музей древней культуры, тут и греческие есть, и разные, ну, кстати, вот надо сходить, а сейчас тут какая-то распевочка, а это строят скоростной трамвай, это метро, здесь будет ветка метро проходить, и еще одну в Коньялты построят, и город будет просто современен, метро здесь классное, Симонс такие вагоны, вернее, не Симонс, здесь местные турецкие ходят, но как Симонс обтекаемые. Я, кстати, вам покажу в одном из видео, мы пойдем специально на этом трамвае покатаемся. С вами посмотрите. Распевочка. Ага. Так, а мы пойдем сейчас вниз, сейчас вот здесь огороженная территория, ну мы вот здесь вот пройдем аккуратненько. Мне нравится дизайн из старых шпал, сделали лавочки. Это старые шпалы, классно, да? И можно посидеть вот тут на море, посмотреть. На отель Риксос посмотреть. И вот здесь самая главная смотровая... Как сказать, основная. Обязательно ее надо посетить. Вот когда ветреная погода, здесь очень часто люди летают на парапланах с нее. Прям красиво так. Здесь легкий взлет такой. И сразу вверх улетают. Красиво. Ну, сейчас, кстати, я их что-то не вижу. В этом году их вообще ни одного не видел. Красота, да? За одну лиру можно посмотреть вдаль. Но мне что-то кажется, что корабли ушли, смотри, с рейда. Значит, шторм будет, скорее всего. Ну, потому что с открытого моря ушли корабли. Вот здесь вчера мы ходили, вот там было 5-6 штук. Сейчас остался только один охранный, и все. Остальные, значит, ушли в порт. Значит, будет, скорее всего, штормовое какое-то. Ой, какая же тут красота. А, вон люди купаются классно, вот там вот ныряют камушки. Я думаю, там интересно поплавать, надо будет прийти как-нибудь с
маской, с ластами поплавать здесь. Ух, какой большой самолет. 4 двигателя. Ух ты, Джамбо, наверное. Да, это авиакомпания Россия Джамбо, вот которую я показывал вам в Шереметьево, который вылетал перед нами прям. Ну, может, рейс не этот, но тип самолета этот. Уже на серпантине, спускаемся вниз. Ребята, девчата, ну как вам Пирамид Парк, понравился? Если понравился, поставьте лайк. Подпишитесь, кто не подписан. И до встречи в следующем выпуске.